София близнюк 5 лет. Я люблю маму, потому что она меня родила. Люблю подарки, потому что в них много всего интересного. Я не люблю мухоморы, потому что они гадкие и невкусные. Я не ела, но я знаю, что они невкусные. Я люблю заниматься мастерством, гимнастикой и танцами. Мечтаю о единорогах, потому что они разноцветные, красивые. И на них можно улететь в разрушенную страну. Я хочу стать 7 профессий на планете, потому что каждая профессия крутая. Я боюсь волков, потому что они злые. Еще я очень хороший человек.